дорогие друзья, уважаемые гости, всех вас поздравляю с этим прекрасным днем. Сегодня прекрасная погода, прекрасное настроение. Кыргызстан может и должна стать центром зимнего отдыха и горных лыж. Мы будем добиваться этого. Каждым годом будет улучшаться место и создаваться комфортные условия для вашего отдыха. Спасибо! Приятного настроения, приятного отдыха, приятного катания всем. Я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня здесь присутствует. Пожелать всем хорошего настроения, хорошего проведения сегодняшнего мероприятия, побольше улыбок и радости. Спасибо всем. Ассоциация выпускников «Джайка» очень рада быть частью такого значимого, важного события в нашей стране, потому что, я думаю, это один из первых фестивалей, который действительно продвигает здоровый вид отдыха. Бүгін сіздер менен бірге 8-ші Қырғызстан қышқы туризмден және Толужанын өлкөсі қатар деген фестивальді болып отырмыз. Бұны уже 8-ші жыл өткеріп отырмыз. Жыл сайын деңгейі кішіне-кішінеден өсіп отырады. Бізде баяғы Қырғызстанның жері, тоулары аяғы қоғыз емес пе? Баяғы 4 мезгіл бар. 4 мезгілдің ең елі потенциалдарылардың бірі болып есеп, қышқы туризм есептелінеді. Сондықтан бұл потенциал жылдан жылға жоғарылап отырады. Мұнда фестивальдардың да көп болушы күтілуде де алда. Бұл жерде ме ақырғы жылдар үшін деп бұл жерден түскен ақшаның барлығын көбінше бұл уақытқа шейін онкологиялық аурулармен ауырған балдардың больницаларына жөнелткенбіз. Андан кейін балдардың үйіне жөнелткенбіз, туберкулезный больницаларға жөнелткенбіз. Сол баяғы жардамға мұқтаждығы бар азыркы учурда мекемелерге бұл түшкөн акчалардын жөнөтүп турабыз да. Эми биз азыр кышкы баягы Толужа базасында жайгашкандыктан келгиле ушул баягы үйлөрдө жатпай, ушул тоого чыгып Толужа базасына келип лыжа тепкенге баарын чакырып кетет элем.